Я хотел бы от всей души поздравить всех, всех бельчан, всех болельщиков футбольного клуба «Заря». Сегодня была очень интересная игра, интересный футбольный матч с командой «Сараева». Значит, бельцы неплохо играли, можно было интереснее, но я рад, что сегодня новое руководство клуба «Заря» в течение нескольких лет дарит положительные эмоции не только бельчанам, а очень многим гражданам Молдовы, даже тем, которые не живут в Бельце, потому что любая победа на международной арене – это гордость за нашу любимую с вами Молдову. Поэтому я благодарю футбольный клуб «Заря», благодарю тренерский состав, благодарю всех тех, кто работали над этой огромной победой. Хочу также отдельно поблагодарить Николая Григоришина за то, что помимо всех проблем в муниципальном совете в городе, где Николай включается, он ведет очень достойно, в том числе и это направление.